На счет три. Раз, два. Они здесь, быстрее! Берегитесь! Закрыть дверь, не выпускать их! Найдите укрытие, рыцарь! Какой кошмар! Ах ты, скотина! Перезаряжаю! Твою ж мать! Угроза миновала. Пока что. Уходим отсюда. Сюда. Здесь хватит места, чтобы пролезть. Что он здесь делает? Дэви, не бойся. Говори при нем. Дэви, ну? То же, что на воздушном судне. Груз везут в Америку и Вест-Индию. Сколько? Вдвое больше, чем в тот раз. Наверстывают упущенное. Груз не должен попасть на новый континент. Это не все. Охрана будет на чеку. Его упомянули. Они будут ждать. Мы еще можем успеть. Кого они упомянули? Один из ваших лордов. Если он придет навстречу, тогда сами увидите. Всех действий Ордена. Как удобно, правда? Вы ищете заговор там, где его нет. Взгляните на груз, тогда и поговорим. Рани. Киапку оставишь вазе? Вагена кита хехи самаджеки патоке. Того за росунига. А горос не им батмани то? Или мы его убьем? Рани Чханси. Опять я вас удивляю. Прославленная королева-воительница, бросившая вызов нашим войскам в Индии. Говорили, что вы погибли в Гвальяре. Чем больше меня недооценивают глупцы, тем лучше. Я открою. Рыцарь, взгляните на это. Вот. Как раз идет погрузка. Мы не можем позволить им вывести эту мерзость. Скорей! Выход в той стороне. Я думал, в компании больше платят и меньше риска, чем в армии. Все не так. Ну, то есть платят, правда, лучше. Но уж очень неспокойно. Дэви, ты будешь охранять наш путь к отступлению. Рани, я пойду с тобой. Мой долг защищать Дэви, тебя. Дэви, это приказ.
Почему? Потому что мы делаем то, чего не могут другие. То, что не по закону. Так? А, ну да. Ну, ну, наверное. Все сюда. Через корабль мы сможем пробраться на главный склад. Я подниму платформу, а вы покараульте. Все, выше не поднять. Подсадите. Я посмотрю, что там. Очень много охраны. Действуем тихо. Не расслабляться. Если обнаружат бунтовщиков, наша задача их убрать. Есть, сэр. Жду с нетерпением. Скорее. Что? Тут чужаки! Предупредите охрану Гастингса! Эти суки уже здесь! Уводите его, светлость! На палубе никого. Идемте. Я согласна. Думаю, можно пробраться под палубой. Я тяну за этот рычаг, вы за тот. Готовы? Идемте. Скорее, перехватите. Поднимаются на борт. Готовьтесь. Придется пробиваться. Отвлеки его, я пошел. Thank you.
Квадрат убежит охрана! Перезаряжаю! Неплохой выбор оружия. Это как раз не странно. Компания поставляет оружие всему миру. Вам не кажется странным, что охрана порта вооружена до зубов новой техникой? К чему ваши домыслы? Ищем то, зачем мы пришли. Не так ли? Сюда. Я дам знак. Прикрывайте меня. Никого. Это дурной знак. Тактическое отступление. Значит, скоро вернутся. У нас мало времени. Ну, доказательства. Как скажете. Что дальше? Осмотрите груз. Ищите любые отметки на ящиках. Нам нужны ящики с маркировкой компании. Она должна быть сбоку. Нет, не то. Ищите маркировку. Красный штемпель. Не то. Вот он. Но мне не достать. Нашел. Вот. Видимо, это мы ищем. Помогите спустить. Лом. Смотрите, рыцарь. Вот зло, с которым мы сражаемся. Вампиры. Не верю. Как? Полукровки укрепляют позиции. Благодаря защите ликантропов в ваших краях, Гастингс и его вампиры сеют болезнь по всей... Лорд Гастингс не может быть с ними. Многие в районе Уайтчепел видели, как ваш лорд бродит по ночам, выслеживая падших женщин. Джек-потрошитель. Так его называют. А как, по-вашему, убийце удается так долго избегать сетей комиссара Дойля? Уайтчепел попросту стал их кормушкой. Ah!
Сколько тут этих тварей? На целый город хватит. Боже правый. Надо уничтожить этот груз. Сюда! Тут есть горючее. Я подожгу. Готовьте следующий. Это готово. Готово. Сюда. Помогите мне залезть. Так. Сейчас найду, как вам подняться. Тут есть лестница. Еще канистра с горючим. Все, этот можно поджигать. Перейдем к остальным. Хорошо. Они спалят всю землю. Бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. Пока я поджигаю ящики.
сотрудник компании убит. Надо выбить дверь! Сейчас, сейчас! Я думала, что больше тебя не увижу. Как ты нас нашла? Времени нет. Компания стягивает свои силы к верфи. Пора бежать. Рыцарь, не искушайте судьбу. Наше дело сделано. Совет должен знать про этот ужас. Осторожней, рыцарь. Компания процветает благодаря друзьям в правительстве. Вы сами видели, что в ваших рядах есть предатели. Если бы все так и было, я бы заподозрил... Идет война против полукровок. Теперь их черному делу служит объединенная индийская компания. Помогите нам. Я рыцарь. Я клялся охранять страну, а не разрушать ее. Не верьте никому. Прощайте, рыцарь. Жаль, что мы встретились в таких обстоятельствах. Где вас отыскать? Шепните мое имя Уайтчепеле, и я приду.